На проспекте Ильича изменится схема движения. Сегодня в 15:00 рабочие приступят к ремонту участка дороги от улицы Физкультурников до стадиона «Уральский Трубник». Проезжую часть сузят до двух полос. Движение автотранспорта в обоих направлениях будет осуществляться по отчетной стороне проспекта Ильича. Дети до 7 лет смогут ездить на электричках бесплатно. Такой закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. Предполагается, что такая мера снизит нагрузку на семейный бюджет россиян. Код куклы смогут разгадать первоуральцы. В ИКЦ сегодня откроется выставка эскизов театральных кукол, макетов и костюмов к спектаклям. Как рассказывает автор, главный художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Силаври, она невольно заложила информационный код в свои создания. Сегодня день рождения пылесоса. 8 июня 1869 года Айвс МакГаффни запатентовал первый в мире пылесос под названием «Вихрь». Устройство было большим и весьма неудобным в эксплуатации, но очень понравилось покупателям, поэтому технику начали модернизировать. В Советском Союзе первые пылесосы появились только в 50-х годах и считались большой роскошью.